Улица Бендерского восстания – одна из главных транспортных артерий города. Каждый день по ней проезжают 18 тысяч машин. Легковушки, маршрутки, троллейбусы и большегрузы. Многотонники трассу разбили. Настала пора большого ремонта. Этим летом дорожники возьмутся и за улицу Панина. Улица Бендерского восстания. Сейчас здесь ремонтируют дорогу. Снимают старый асфальт, а под ним никакого щебня. Сразу ПГС. Технология советских времен, говорят специалисты. Поэтому под долгим давлением больших фур дорожное покрытие и поплыло, пошло волнами. Это одна из основных транспортных магистралей города. Выезд на Каушан и Кишинев. Деньги на капремонт выделили из дорожного фонда. Больше 13 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют и улицу Панина. Это тоже транзитная магистраль. Последние два года объем транспортных средств большегрузных значительно увеличился через эти улицы в связи с внешнеполитической ситуацией. Основные грузы в Приднестровье и из Приднестровья поступают именно через эти улицы. Первоначально мы проведем ремонт на улице Бендерского восстания, а после этого перейдем на улицу Панина. А до момента здесь работы проводить нельзя, потому что нужно сохранить транзит и проезд через город. У нас нет объездных дорог вокруг города, поэтому эти магистрали будем мы постепенно закрывать. 18 тысяч машин, троллейбусов и маршруток проезжают по Бендерского восстания ежедневно. Много большегрузов. Дорогу разбили полностью. Сейчас ее ремонтируют по новым технологиям. В настоящее время идет фрезерование дороги. Один слой вот сегодня, вот сейчас последняя проходка будет снят. 25 сантиметров сразу снимают асфальта. И за вторую проходку мы еще углубимся на 45 сантиметров. Потом будет щебеночное основание. После этого появится основание из так называемого тощего бетона. Это та технология, которая успешно апробирована в городе и уже применялась. И после этого будет уже уложен асфальт. Два слоя. И уверен, что уже это позволит дороге прослужить в нормальном состоянии длительное время. Закончат дорожные работы по Бендерского восстания к концу лета и сразу начнут ремонтировать дорогу по улице Панина вдоль крепости. Здесь тоже снимут старый асфальт и все закатают новым.